Labdien! Здравствуйте! Меня зовут Лелда. И это было так трогательно идти по красной дорожке. И было ощущение, что я действительно по ней нему иду. Мне 44 года, через неделю будет уже 45. И я уже счастливых 13 лет с компанией Herbalife Nutrition. И с самого первого дня я в восторге обо всем, что со мной происходит за эти 13 лет. Так как я закончила квалификацию в декабре, был такой момент для раздумий, и я много думала о том, что я получила вместе с компанией, находясь здесь. И у меня возникли две такие ценные признания. Во-первых, это вера, надежда и любовь. Первая — вера. Конечно же, это доверие компании и верность компании, и продукту, и моему консультанту, и моим менторам. Следующее — это вера в наших клиентов, моих независимых партнеров и всей моей команде. Верить, что все получится. Верить в себя, верить людям. И если так всерьез мы верим, то все и происходит. Второе — это надежда. Что когда я сама пришла в компанию Herbalife, я получила надежду. А вдруг получится? А вдруг удастся похудеть, сделать фигуру красивой? Если удастся справиться с моими головными болями, а вдруг получится заработать 100-200 евро, может, 500 евро, может, действительно получить ту финансовую независимость, которую компания говорит, о которой, о чем мы слышим в этих историях. И когда мы становимся консультантами, мы даем эту надежду своим клиентам, рассказываем много хороших результатов и истории успеха. Ведь это может случиться с людьми, и у них организуется их питание, их повседневная жизнь. Мы даем надежду другим, что и у них все может случиться. И у нас очень много работы, потому что очень многим людям мы можем дать эту возможность. И каждому, с кем пересекаются наши жизненные пути. И не зря есть такое выражение, которое я всегда вспоминаю. Herbalife в жизни каждого из нас приходит не случайно. Чаще всего, либо это нужно было уже вчера, либо это понадобится уже завтра. Поэтому Herbalife приходит. И третье, конечно же, любовь. Делать из сердца. Я нашла свой способ, как можно помогать людям, давая им самое ценное — возможность улучшить свою жизнь, свою повседневную жизнь, свое самочувствие, свое благополучие. Делать это все с радостью и любовью, и от всей души радоваться их результатам и достижениям, то, что у них получилось. Получать большую любовь в ответ, как самое большое вознаграждение за свою работу. И поэтому нам нужно верить, давать надежду и много-много любви. Тогда у нас все и получится. Спасибо.